Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В последние несколько лет множество людей пришло осознание важности ведущего как профессии. Ведущий – это как раз тот человек, который решает все проблемы, которые просто попадают в поле его зрения. Меня зовут Александр Белов, и я один из самых востребованных ведущих мероприятий. Глубокое понимание психологии, развитый эмоциональный интеллект, навык интервьюера – это способности, которые очень сильно помогают в работе в верхнем ценовом сегменте с обеспеченными гостями. Да, сегодня я чаще всего выигрываю кастинг еще на этапе просмотра заказчика моего промо-видео. Стоит ли московским ведущим брать в регионах что-то? И стоит ли всем регионам стремиться в Москву? Если у тебя есть желание расти, и ты сделал все в своем регионе, имеет смысл попробовать. Ты ничего уже не потеряешь. Вернувшись обратно к себе, ты в любом случае будешь ведущим с московским опытом работы. Что делать с гостями, когда у тебя в сценарном плане есть 25 или 30 минут, которые ты должен чем-то занять? Но если вы будете так делать, 100% проблем у вас не будет. Я объявляю этот номер, финальный подвожу, максимальной кульминации, ухожу за кулисы и спиной чувствую, что там что-то не то. У меня было несколько секунд до принятия решения, и какое я принял, вы можете видеть прямо сейчас. Да, в идеале у вас не должно быть слабых мест, но не отсутствие недостатков вас выделяет, а наличие ярких достоинств. Я Александр Белов, и я поделюсь с вами своими знаниями.